В Международный день бездомных животных в Люберцах прошла благотворительная акция «Дорога домой». В парке Наташинские пруды организовали выставку собак из Некрасовского приюта. Все желающие могли погулять с четвероногими друзьями, помочь в сборе корма и вещей первой необходимости. Дора попала в приют 3 года назад. Что было с собакой до этого, волонтеры не знают. Или бросил хозяин, или потерялась. Сегодня эта четвероногая красавица ищет дом. Тот, кто знаком с ней, уверен, Дора будет идеальным другом. Она бегает за мячом. При желании даст лапу. С ней можно разговаривать как с человеком. То есть она все понимает, она все слушает. Я даже не знаю, что еще сказать об идеальной собаке. Просто Дора – это идеальная собака. Таких подопечных у приюта в Некрасовке много – 2500 собак и 200 кошек. На благотворительную акцию, посвященную Дню бездомных животных, привели 10 собак. Каждая была окружена вниманием прохожих. Волонтеры надеются, возможно, именно так они найдут верного и любящего хозяина. Хотим привлечь внимание народа, людей к бездомным животным, показать то, что животные из приюта совершенно нормальные животные, развеять стереотипы о том, что у животных из приюта поломанная психика, они какие-то не такие. Волонтерскому проекту «Котовский собакин» уже 5 лет. В парке «Наташинские пруды» организаторы благотворительного движения устраивают такие выставки 2 раза в год. Во время акции удается собрать для животных все самое необходимое, а также привлечь новых волонтеров и, самое главное, пристроить хвостатых в добрые руки. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.